Вот так тут все красиво. Это вот лестница, сейчас я ее покажу поподробнее. Да, ну и сам домофон. Это вам из серии «Не хухры-мухры», что-то очень современное. Вызовы, лицо, все по опознаванию, по лицу идет. Но у меня тут нет квартиры пока, поэтому меня тут никто не распознает. Сейчас будем попадать. Так, ну тут что в глаза бросается? Во-первых, сам формат классный, да, что такое вот ощущение, вот, знаете, иногда бывает, строители на общей площади экономят. Здесь посмотрите, что творится. Ну, просто какое-то произведение искусства. Я вот сейчас бы подумал, что нахожусь на новой сцене Большого театра, где-то в вестибюле, если честно, да. Вот такой формат сделан. Ну и рояль, конечно, да еще и красный. Или фортепиано это. Я даже к своим 42 годам до сих пор, честно говоря, так и не разобрался, чем рояль от фортепиано отличается. Оно электрическое, что ли? Ну да, вон эта розетка тут. Все понятно, только надо включить и потом только открывать. Ну, в общем, целая система. Какое-то модное. А нам, обычным людям, это не понять. Так, ну давайте посмотрим, что здесь. Здесь комната. Ну, тут, скорее всего, будет что-то вроде колясочное, я так думаю. Здесь будет у нас еще одна, скорее всего, колясочная. Я так понял. Так, мы пойдем. Вот такие коридорчики. Так, ну обратите внимание, тоже вот, ну, стильно, да, для почты. Картины прям здесь. Прекрасный причем формат. Слушайте, ну, скажу прямо, не сэкономили. Не сэкономили. Давайте лифт еще посмотрим. Так. Ух ты. Лифт тоже не сэкономили. Даже вот такие, видите, сделали, даже не пожалели. Пластмассовую сделали эту штуку. Так, нет, поехать не поедем. Подсветка. Ну, слушайте, ну, стильная. У меня даже вопросов нет. Так, ну, давайте посмотрим одну из комнат. Она не очень большая. Но зато какие потолки высокие. Окна, обратите внимание, просто фантастика вообще. Тут такой вид открывается просто даже без слов, если честно. Вот у меня, знаете, такое ощущение всегда, что качество жилья двумя факторами визуально определяется, вот именно элитность. Это высота потолков и объем окон. Когда они есть, вот сразу такой, знаете, простор какой-то возникает. Ну, там тоже можно посмотреть. Но здесь вот достаточно необычно, прям сразу же раз, вот памятник. Вот, ну, круто сделано. Видите, тут достаточно тепло. Сегодня на улице холодно, у нас минус 25. Но в футболке хожу, в принципе, нормально. То есть, более чем. О, о, нет, нет, так холодно. Так холодно. Так, самое, что необычное вот здесь, что вообще, это специальная лестница. Посмотрите, какая она. Пойдемте потом попробуем по ней пройти. В общем, на второй этаж заходишь, так можно, да? Вот он, второй этаж. А там вот внутри, посмотрите, вот посмотрите сюда. Еще одна лестница. И по ней, когда идешь, тоже можно попадать на те же этажи, но не, они не пересекаются. То есть две молекулы, как будто ДНК. Вот так вот. Слушайте. Ну вот это, я не знаю, как это, какое слово подобрать. Решили удивить, так решили удивить, да? Какой-то практического смысла в этом не вижу, если честно, но очень красиво, очень красиво. Обратите внимание, где находится батарея. По-моему, это же батарея, интересно. Батарея, первый раз такую видел, кстати, чтобы батарея находилась наверху. Сейчас самое время пойти посмотреть, как тут с парковкой что. Значит, главное для меня неожиданность, что паркинга, нету входа в паркинг из самого дома. Ну, то есть обычно, ну, такого уровня квартиры, они подразумевают там подземный паркинг. Здесь надо выйти на улицу, и только потом туда можно зайти. Это, наверное, такой серьезный момент. Ну, пойдемте посмотрим, там паркинг все равно.
самое главное. Тут вот буквально пройти в итоге оказалось 10 метров, так что все нормально. Смотри, какой паркинг, он огромный вообще, просто огромный. Я такого не ожидал. Тут можно фильмы снимать, кстати. Многие будут задавать вопрос, какая здесь температура. Так, так, пар изо рта не идет. Ну, у меня такое ощущение, тут где-то, наверное, ну, плюс 5, плюс 10, может быть. Что-то вот такое примерно, наверное. Классный вид, видали, как смотрится? Здесь вот уже такая подсветка, церковь. Здесь комплекс. Ну, шикарно вообще. Так, это мы... Это я, кажется, так незаметно по газонам стал ходить. Непонятно было. Вот тут говорят, что собрались виноград выращивать летом. Вот в такой штуке. Или какой-то плющ. Ну, чтобы красиво прям были так растения. Ну, что-то я засомневаюсь, если честно. Ну, ладно. Посмотрим. Обратите внимание, у каждого дерева сделали свою подсветку. То есть, поэтому так вот все красиво смотрится. Так, ну вот еще детская площадка. Ее, наверное, тоже надо показать. Тоже красивая. Турникеты. Отдельный вход, кстати, здесь. Свой вход по домофону. Оттуда. А въезд там. То есть, ну, комфортно достаточно. Так, ну пойдемте еще посмотрим, а где дети играют, собственно говоря. Знаете, такое ощущение, как какой-то замок такой. Вот сейчас схожу, вот понимаю. Причем локация очень удобная. Это самый центр города. Здесь вот рядом очень интересно добавили набережную. Пешеходный мост. Вид замечательный. Тут, по-моему, церквей, исторических строений, ну просто великое множество. Дом сделан в стиле уважения к истории Тюмени. Каждый дом называется по-своему, там квартиры даже именные, даже вот, вот так вот застройщик продавал эту всю историю. Вот, цены, на мой взгляд, вот какое правильное это слово подобрать в такой ситуации? Интересный, так их назовем. То есть, понятно, что за центр надо доплачивать, я с этим согласен. Вот, но я думаю, что через какое-то время здесь квартиры еще дороже станут. Вот такой прогноз, собственно, взять. Через 3-4 года, когда это все застроится, тут будет другая ситуация. Знаете, похоже по архитектуре на Сочи. Вот современный, который... Горький парк, по-моему, что ли? Вот он прям сильно похож, если честно. Вот. Прям приятно посмотреть. Еще и подсветочка такая. Огонь просто. И пойдемте еще посмотрим, что тут для детей есть. Сделали вот это тоже. Тут хороший детский коврик летом, я тут видел. Удобный. И вот такой, знаете, картина такая. Как будто, я не знаю, какой-то пираты Карибского моря. Что-то такое. Вот. Ну, красиво сделано. Слушайте, детишкам точно будет классно играть. Тем более, все это под присмотром. Все как надо. Вот сейчас уже видно, какая красота. Поэтому хорошо, что в Тюмени такие комплексы появляются, дома сданы. Мне кажется, что чем больше вот новых форматов будет, знаете, не просто вот эти многоэтажки, а именно вот такой новый формат, такой, знаете, дизайнерской мысли, архитектурного. Архитектурный ансамбль, кстати, называется, а даже не жилой комплекс. Ну, это будет менять подходы 100%, будет менять подходы гарантированно. Сейчас дальше продолжение будет еще подобное, то есть это будет такой целый комплекс хороший. Вот, поэтому... Ну, не зря пришел, полезно было посмотреть. Все, спасибо большое.